Здравствуйте, Алексей Шевелкин, продавец-консультант отдела плитки крупного строительного гипермаркета у нас в гостях. И вот открытие, для меня лично открытие, ну, не давай. Знаю, как для тебя, ты специалист в ремонте. Алексей принес нам показать виды различной декоративной плитки, которая клеится сама. Самоклеющаяся плитка, посмотрите. Вот так. Правильно? Доброе утро. Да. Доброе утро. Слушайте, скажите, а все ли можно назвать плиткой? Потому что, ну, как мне кажется, существует только одна керамическая плитка, потому что дальше идет керамогранит там и так далее, да? Ну, также можно назвать керамогранитная плитка. Угу. То есть либо керамическая, либо керамогранитная. Вот это какая-то пластиковая, что там, металлическая? Вообще мозаика, правильно называть, универсальная плитка. Угу. Вот, так как у нее очень обширное применение, вот, как раз хотел бы про нее рассказать, что как раз мозаика самоклеящаяся, вот, и данного рода декор появился на рынке сравнительно недавно. Вот. Вот. Что с ним можно делать? Какие у него плюсы и какие минусы? Где его можно применять, где нельзя? Вот. А делать можно любые поверхности вертикального плана. То есть это фартук на кухонный. То есть стены, перегородки, вот. Бетон, камень. Кирпич, дерево, стекло, металл, пластик. То есть на любой поверхности. Можно ли использовать их во влажных помещениях, например, в ванной? А вот именно только избегать надо влажные помещения. В ванной не рекомендуется. Отклеится? Да. Хорошо. Приклеите, в принципе, труда не составит. А вот что касаемо того, можно ли его каким-то образом под себя подровнять, да? Вот то здесь есть, лежит, да. Отрезать лишнее ввиду размеров, да, или наоборот к этому что-то еще. Да, как раз прибавить. Вот здесь, смотрите, режется она, я уже заранее сделал надрезы, очень просто, то есть обратную сторону вы подрезаете, да, вот, пленку убираете и клеите. То есть очень просто в использовании. В данном случае у нас дерево, фанера, да? Вот, нужно ли как-то подготовить поверхность? В принципе, она и так клеится на любую поверхность. То есть как бы главное самое, чтобы поверхность была ровная. То есть вот она, вот, я убрал бумагу. Вот то есть, соответственно, вы сказали, что можно ее использовать, такую плитку, вместо фартука. Значит, она и к воде восприимчива, да? Ну, брызгом, если какие-то брызги так попадут, это ничего страшного. Вот. Антон, ну это мы не предполагали, думали, что только... Мне интересно. Так. Да, сейчас Антон попробует пристыковать, да, я так понимаю, да, к той части, которая у нас уже есть. Разнообразие цветов вообще и, в принципе, ну, возможность у покупателей наверняка есть, но есть какие-то самые популярные, под дерево, может, под металл, чего сейчас хочет покупатель у себя дома, какую красоту? Ну, сейчас вообще в тренде вот как раз... Металлическая поверхность, она алюминиевая, матовая, то есть очень это как бы модно считается сейчас. Вот. Очень неприхотливая, вытирается легко, то есть моется отлично. Подойдет для людей, которые не хотят тратить свое время, то есть вы просто взяли, купили, наклеили, вам не надо тратиться ни на клей, ни на инструмент. Это я. Очень удобно и быстро. Я говорю, что я всю квартиру просто обклею этой пленкой, и классно. Насколько по цене она привлекательная? Ну, средняя цена за одну плитку где-то колеблется от 300 до 400 рублей. Если сравнить с керамической плиткой, это дороже, дешевле или примерно так же? Ну, если сравнивать с керамикой, конечно, это будет подороже, потому что все-таки считается, что это как декор идет. То есть здесь можно декорировать, как обрамлять зеркало в ванной, так, допустим, какие-то откосы там. В общем, небольшое пространство, да, да, с помощью вот этой плитки. Я могу отрезать канцелярским ножом, допустим, вот одну вот такую полоску, да, да, этой мозаики, да, и обрамить что-то. Да, вполне реально это сделать. Круто. Самое главное, чтобы у вас была фантазия, ну и маломальское воображение, да? А тогда уже все получится. Ну а профессионалы, которые с таким материалом уже успели поработать, наверняка проконсультируют вас в тот момент, когда вы решите его приобрести. Мы говорим вам большое спасибо. Алексей Шевелкин, продавец-консультант отдела плитки крупного строительного гипермаркета, был на сегодня в гостях. Приходите к нам еще. Спасибо. Да. Открывайте новые вот для меня вещи. Ну все, доволен. Обклею сейчас все.